Здравствуйте, Ирина Сидорова, доктор Тырковрис. Мы хотели бы вам присутствовать на данном мероприятии. Нас пригласили. Мы разрешаем, у нас закрыто. На основании какого закона вы запрещаете нам присутствовать? Нет, мы потом дадим вам информацию. Нет, ну просто объясните, пожалуйста, на основании какого закона вы запрещаете нам вести свою профессиональную деятельность? А почему на предыдущий президент вы не приходили? Потому что нас не приглашали. Сейчас нас ветераны пригласили. Неважно, мы журналисты, мы имеем право снимать общественные и публичные заседания. Мы имеем право присутствовать. Сегодня идет главное заседание президиума. Очень хорошо. Мы на президиум не приглашаем посторонних лиц, потому что у нас закрыто заседание. На основании какого закона у вас закрытое заседание? Разобраться с вопросами, которые ставят. А потом проинформируем общественность. Какое решение принять? Я хочу от вас добиться, на основании какого закона нам нельзя присутствовать на этом заседании. Товарищ член президиума, давайте проголосуем, если вы так настойчиво просите. Никто не приглашал. Мы должны сами разобраться. Дело в том, что есть статья 34 Конституции Украины. Мы имеем право. Почему нет? Еще раз прошу вас, пожалуйста, не мешайте нам. Мы вам не мешаем, мы просто тихонечко стоим в уголке. Нет, вы нам мешаете. Так, каким образом? На основании какого закона? Это публичное место. Это не публичное. Это рабочее заседание президиума городского совета. Зачем вы смешиваете публичное место? Это Никто вас не приходит. У нас здесь рабочее совещание. Подождите. Но вы же находитесь на рабочих местах, в рабочее время. Правильно? Мы работаем. Пришли ветераны, мы тоже пришли. Есть предложение. Приступить ко второму вопросу. Еще раз. Конечно. Я предложение. Все прения по первому вопросу пока прекратить, приступить к решению дел по второму вопросу. Ну и пресса. Первый раз это было. Когда они нужны, их не найдешь. Не найдешь. Да. То, что надо посвящать, они не посвящают. Вопрос второй. О ходе подготовки праздника не можно задать? Нет, нет. Кто за это продолжение прошу голосовать? Кто против? Принимайте на вас. Так, пожалуйста, Рамир Ильич. Я же как и докладывал в июне месяце о том, что традиционно в последний день воскресенья наш комитет является застрельщиком того за многие годы.